Всем привет, вы на Семейном творческом канале. С вами я, Серафима. И сегодня мы с вами будем открывать куколок Лол. Посмотрите, какая красивая коробка, и здесь их 6 штук. Но будем открывать только 5 штук. Один шарик Лол я подарю своей сестре. Посмотрите, какая она красивая. И с задней стороны, посмотрите, вот такая вот красивая рисовка. Давайте же открывать. Начнем с золотого. Вот такая попалась нам подсказка. Смотрите, какой он цветной. Он золотой, наполовину золотой, наполовину серебряный. Здесь должна быть бутылочка. Вот видите, какая бутылочка. У нее блестки вот тут вот. И сама она зелененькая. Очень красивая и очень мягкая. Ботиночки. Вот такие вот золотистые. Вот такое вот платьишко, желто-синее, и подол у него золотистый. Красиво. Очень красиво, мне оно очень нравится. Открываем следующий. Это у нас сам шарик уже открываем. Ручка. Какая штука. Кстати, вот такой батончик. Исправится и станет нормально. Смотрите, какая классная куколка с блестками. И блестки не осыпаются. Мне она очень нравится. У нее даже в глазах звездочки. Как это красиво. Давайте оденем нашу куколку. Открываем следующий шарик. Положим с стороны. И откроем черный шарик. Точно такая же подсказка, которая нам попадалась. Почти как ниточка. Смотрите, какой классный. Смотрите, какой классный попался шарик. Потому что стикер, он тоже может только менять цвет. Шарик очень красивый, я уже вижу. Вот такой с блестками. Видите, смотрите, какой с блестками. Внутри прозрачная... Прозрачный блестящий. Такая вот бутылочка. Розовый верх, а низ голубой. Так. Ой, смотрите, они точки, только розовые, как мы попадались вот. Не первый раз такое платье, которое разрисовано. Открыла. Так. Вкладыш коллекционера. Смотрите, какая куколка. Я очень хотела себе с такими пупошками. Давайте оденем. И такой же шарик нам попался. Вот, смотри,
смотрите, голубая теперь попалась, а тут зелененькая попыталась. Ботиночки. Вот такие вот красивые розовенькие. Тоже как-то смущает. Точно такое же платье попалось. Очень страшно, что будет точно такая же куколка. Смотрите, точно такое же платье. Я буду расстроена, если точно такая же куколка попалась. Нет, не точно такая же, мне повезло. Такая-то подачка. Такая куколка попалась. У нее меньше блесток, чем на той. Ну ничего. Такая наклеечка. Такая же бутылочка. Неужели точно такая же? Неужели точно такая же? Точно такая, смотрите, прям точь-точь такая же, как эта голубенька. Такие вот золотые сапожки попались. Точно такое же платье. Шарик. Она даже без этого была. Без пакетика. У нее очень много блестки. Мне она больше всех нравится. Такая красивая. Давайте ее оденем. Давайте же открывать последний шарик. Опять нужно ножницы. Такая зелененькая бутылочка нам попалась. Такие ботиночки попались золотистые. Сейчас посмотрим, какая она. О, смотрите, она в сборном виде нам попалась. Такая красивая. С такими бумбошками. Такие куколки нам попались. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч. Пока!